Сейчас сенаторы собирают мнения и опыт регионов. Палата молодых законодателей уже разрабатывает такую программу. Совет Федерации также намерен выступить с предложением поставить в равные условия и государственные, и частные детские дошкольные образовательные учреждения, определив одного куратора – Министерство просвещения. Ну а стать центром детского отдыха, по мнению парламентариев, все шансы имеет наш город. Рекомендовать Анапу как именно город-здравницу, который наилучшим образом подходит для летнего отдыха детей. Конечно, Крым – это хорошо, конечно, и хорошо, что есть другие регионы, но Анапу мы можем рассматривать именно как центр, куда все регионы могут в том числе направлять своих детей на оздоровление. Здесь есть и пляжи, и песок, и галька, есть рекреационный ресурс для того, чтобы мы смогли все новации, которые есть не только на территории Краснодарского края, но и Российской Федерации, претворить жить здесь, у нас на территории нашего города.